время завтрака. И мы подходим к пункту питания. Что там у нас на завтрак? Это та каша, которая у нас, вкусная каша. Так, поскольку я разглядел тарелку с собой не взял, естественно, придется пользоваться подножным кормом. Делать кокос, найди кокос. Из кокоса сделать тарелку. Делай шишки, из шишки. Так, чтобы налить кашу. О, можно, кстати, найти бутылочку пластмассовую. Ее обрезать, и будет нормальный котелок. Отлично, что мы и сделаем. Так, бутылку. Окей. Это онлайн-трансляция? Почти. Все, что тут бывает, уже в интернете. Какая? Так. Не слышали? Отлично. Что... Да, кстати, правило. Пришел? Кстати, правило. В Инстаграме никто твою голую попу не увидел. Тут голых нету. Кстати, правила поведения на острове, которые мы еще не сообщили. Да, не посмотрели еще раз. Собираемся по сигналу. Активное участие каждого. Закон высказывания. Ну, интересно, что за закон? Закон доброго отношения ко всем участникам. И номер 5. Закон конфиденциальности. Все, что происходит на острове, остается на острове. Без опасности не наносим ущерб себе и окружающим. Отлично. Кстати, друзья, вопрос. То, что я снимаю, это... Все согласны, что это может быть то, что сейчас мы снимали здесь? Кто против, скажите, чтобы я знал. Кого вырезать? Все нормально? Кого вырезать? Кто сказал начальству, что он в командировке? Все нормально? Окей, guys. Thank you. Приятного аппетита. Передавайте привет маме, бабушке. Привет. Какой котелок у нас. Шикарный, шикарный. Куда ты его собираешься выкладывать? У себя ВКонтакте. В Ютубе. Много там людей. 2-3 миллиона подписчиков. Не так много, 2000. Какая прекрасная каша. Фрукты. Молочные. Да, с погружением. Приготовлены на дровах. Да. И все это благодаря нашему повару Богдану и Антону. Телефон, чтобы подсветить уху. Ну, типа, готово, не готово. Так, а мне наваристая была огонь. Посуду для каши. Посуду для каши. 600 баксов уха. Посуду для каши. Так, посуду для каши надо пойти найти.